Разница в возрасте небольшая, но для них она уже кумир. Ксения Полякова вернулась с чемпионата мира по художественной гимнастике с триумфом. Вместе со своей командой, с которой она выступала в групповых соревнованиях, привезла 2 золота и серебро. В целом же сборная России подтвердила свой статус главного фаворита турнира, завоевав 7 золотых медалей из 8 возможных. Мы тренировались, очень много тренировались, долго, но мы это смогли выиграть. Были тяжелые тренировки, но мы все терпели. Мне кажется, ничего не изменилось абсолютно, все то же самое. Но единственное, что это вот меня вот так очень приятно встречают здесь сама. Теперь Ксения уже в качестве чемпионки мира дает мастер-класс будущим гимнасткам, которые тренируются в новом спорткомплексе «Орбита». По словам спортсменки, он просторный и приятный для тренировок. Центр спортивной подготовки уделяет большое внимание художественной гимнастике. Во всех залах, а помимо «Орбиты», это южный и молодежный, создаются все условия для полноценных занятий. На мастер-классе звезда самарского спорта сначала дает несколько разминочных упражнений, которые она сама делает перед своими главными выходами. Затем уже профессиональным взглядом оценивает выступления самарских гимнасток. Родителям рассказывает, как сделать из своих детей чемпионов, правильное питание, жесткий режим и постоянные тренировки. А в завершении – автографы. Мастер-класс, они оценят именно то, что они вот этот контакт непосредственно со звездой. Они вот сейчас хотят подарить ей подарочки, спросить какие-то, родители готовы спросить, как она это все выдержала, что надо посоветовать их детям для того, чтобы ее ребенок терпел, или стремился, или хотел, или преодолевал как себя. То есть это очень важно, именно вот это непосредственное общение. Сейчас Ксения 2 недели проведет в Самаре со своими родными. А уже в конце сентября она вместе со сборной России начнет подготовку к чемпионату Европы 2018 года. Антон Вашурин, Сергей Александров, Новости губернии.